Я когда пришел, я там проработал 3 месяца, я потом приехал, ну, обратно, на дистанцию вернулся, я там не зачем работал, а для психолога. Ну, просто так себе, все, посмотрел, что такое приехал, дополнительный. А невестка как-то обрадовалась, потому что, ну, вот, я сейчас ты пришел, вот сейчас мимо тебя все впихнем. Будешь как бы завидующим. Ну, как бы я говорю, ребят, я здесь серьезно не могу. Не, я снимаю. Свалю, поэтому.